Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в ломбарде «Титан». Ломбард «Титан» для всех и каждого. В подъезде дома по улице Чистопрудненской камера зафиксировала, как молодой человек сломал стеклянную дверь. С места происшествия хулиган и его подруга скрылись. Сейчас их разыскивают председатель ТСЖ и жильцы дома. Все подробности в нашей рубрике «Сводка». Сначала агрессивную парочку зафиксировала камера в лифте. ЧП произошло в ночь с 7 на 8 марта в доме номер 1 по улице Чистопрудненской. При выходе девушка ударила молодого человека, тот вспылил и начал бить лифт. Потом, выходя из подъезда, хулиган решил открыть дверь ногой. В итоге он разбил стекло, а нога застряла. С места происшествия парочка скрылась, сейчас их разыскивают. Если вы узнали людей на видео, звоните по телефону 8-922-669-41-71. Анонимность гарантируется. Героям видеоролика жильцы рекомендуют срочно связаться с председателем, чтобы решить вопрос мирным путем. 13 марта днем в магазине на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина украл сковородку. Сначала жулик пытался спрятать ее в штаны, затем засунул под олимпийку и скрылся с места преступления. Ущерб составил более 1000 рублей. Если вы узнали мужчину на видео, звоните по телефону 740-377. В Афанасьевском районе в селе Георгиево в пожаре погиб 47-летний мужчина. По данным инспекторов ОНД, рубленый дом с постройками сгорел полностью. Известно, что погибший был гостем, его тело было обнаружено на печи, возможно, там он уснул. Также установлено, что мужчина был пьян. По основной версии, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Сотрудники пожарного надзора напоминают, что спиртное, сигареты – вещи опасные. Они зачастую приводят к трагическим последствиям. В поселке Посегово полицейские навестили бар, где торговали алкоголем без лицензии. В итоге из алкоточки изъяли 87 литров вина и водки на 50 тысяч рублей. В отношении продавца оформил административный материал. Принимаются меры по привлечению к ответственности владельца бара. Полиция и волонтеры продолжают разыскивать пропавшую без вести Тамару Катасонову. Последний раз 80-летнюю пенсионерку видели днем 20 февраля. С тех пор родственники пропавшей ничего о ней не знают. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы до плеч. Была одета коричневое пальто с меховым воротником, шапка. Бабушка дезориентирована и может находиться в любом районе города. Если вы знаете, где находится женщина, то сообщите об этом по телефону 8 800 754 52 или 102 или 36 46 72. Михаил Вагин, место происшествия.